Коллеги, перед вами оптическое устройство, которое является ничем иным, как стоматологическим микроскопом. И я хочу поделиться с вами конструктивными особенностями и эргономическими преимуществами микроскопа Калипсо, который выпускает НПО сканер. Первое, что хочется отметить, микроскоп хорошо сбалансирован. На один центр масс и очень легко и плавно двигается это устройство. Иногда вам приходится двигать микроскоп практически бровями, и в данном случае это не составляет труда. Максимальное увеличение, которое позволяет получить оптическая система микроскопа, 22 крата. Лично меня подкупает компактность и многофункциональность этого устройства. Здесь нет узлов, которые бы мешали ассистенту или доктору выполнять манипуляции. Ассистент в данном случае имеет прямой доступ к операционному полю. Также большим подспорьем в работе ассистента является наличие монитора, который выводит изображение с операционного поля посредством очень компактной камеры GoPro. Данная камера имеет возможность бесконтактного управления голосом, что является явным преимуществом этой системы. Таким образом, компактность этого узла, возможность делать фотографии высокого разрешения и писать видео в формате 4К делают это решение очень оригинальным и, на мой взгляд, очень привлекательным для ежедневной работы. Еще одним оригинальным решением инженеров компании Scanner в микроскопе Калипсо является наличие 60-градусного адаптера и поворотного кольца, который делает этот микроскоп безупречным с точки зрения эргономики для приема стоматологических пациентов. Хотелось бы остановиться еще на нескольких сильных сторонах данного устройства. Одним из них является наличие вариообъектива с фокусным расстоянием, меняющимся от 200 мм до 400. Возможность менять фокусное расстояние в пределах 20 см очень эргономично и удобно, особенно для хирургии полости рта. Наличие мощного генератора света позволяет освещать операционное поле с яркостью 60 тысяч люкс. Этого более чем достаточно, когда вы работаете на большом увеличении, когда света обычно не хватает. Также хочется отметить компактность блока питания данного микроскопа, который не имеет кулера и не имеет оптического кабеля. Хороший свет, вариообъектив, 60-градусный адаптер и поворотное кольцо для окуляров, монитор для ассистента, компактный блок питания, наличие беспроводной 4К GoPro камеры, также хорошая эргономика и движение головы микроскопа делают это устройство безупречным для работы врача-стоматолога. Так что выбор за вами.